Чуть меньше месяца осталось до празднования 90-летия Ленинского района. В связи с этим глава муниципалитета Валерий Венцель лично вручает юбилейные медали отличившимся сотрудникам предприятий городского округа. Очередное чествование передовиков производства и социально активных работников прошло в Видновском троллейбусном парке. Вместе с главой муниципалитета в церемонии награждения принял участие заместитель главы администрации Сергей Гаврилов. Мероприятие прошло в актовом зале предприятия. Многочисленные грамоты, кубки и медали, выставленные здесь, показывают, что коллектив предприятия на протяжении всей своей истории вносит значительный вклад в жизнь муниципалитета. Этот факт в своей вступительной речи отметил и Валерий Венцель. Наш сегодняшний визит, он посвящен именно тому, чтобы лишний раз поблагодарить вас. Сказать вам большое спасибо за ту работу, которую вы проводите на территории нашего муниципалитета, на территории нашего административного центра города Видное, в этом замечательном коллективе с хорошими историями, с хорошими традициями. В следующем году троллейбусный парк будет праздновать 20-летие со дня образования. За это время в коллективе сложились хорошие трудовые традиции, которые, по мнению руководителя Ольги Киндиной, достойны поощрения. Если человек трудится, неважно, какая будет награда, его руководитель поощрит денежно за хорошие трудовые успехи, а глава приезжает и вручает медаль, тем более памятную медаль к 90-летию района. Это всегда очень приятно и достойно. 39 работников троллейбусного парка получили памятные медали из рук главы муниципалитета. Подводя итоги, Валерий Венцель еще раз поблагодарил собравшихся за труд и призвал сообща решать возникающие проблемы. Вместе взаимодействуем, мы обязательно достигнем того результата, когда мы будем гордиться нашей территорией, когда мы будем уверенно строить планы на будущее, понимая, что процессы, они непростые происходят и в нашем государстве, и в Московской области, требования наших жителей повышаются. Рабочие встречи с трудовыми коллективами будут продолжаться вплоть до празднования юбилея района.